Привет! Сегодня я продолжаю свою серию различных мероприятий, различных заговоров, различных других эзотерических методов, которые позволят вам привлечь к себе с различных, даже неведомых каналов, богатство, деньги, удачу и успех. Ну и если вам нравится мое рвение помочь людям быть счастливыми, здоровыми, богатыми, поставьте мне сейчас лайк и давайте я быстро вам все расскажу. На новолуние проводим такой себе ритуал. Берем горсть риса, помещаем ее в правую руку и в вот таком положении заговариваем. Произносим вот такие магические слова. Рис растет на воде. Луна растет и за собой рис тянет. Пусть денег у меня будет столько, сколько рисовых зерен на поле. Пусть деньги отовсюду ко мне притягиваются. И луна мне в этом пусть помогает, притягивая ко мне мое богатство. Да будет так, да так и будет. После этого помещаем наш заговоренный рис, который вы держали в руке, помещаем туда, где мы храним деньги. Ну, например, какие-то шкатулки, где мы храним деньги. Можно немножко риса насыпать и в кошелек. Можно насыпать в другие места, где вы храните деньги. Также можете насыпать рис в некоторые свои карманы, где вы тоже носите в течение дня деньги. Очень важно, чтобы рис сохранился там, где вы его насыпали, как минимум до следующего полнолуния. Потом можно этот обряд повторять. Вот и все. Такой быстрый, легкий обряд для привлечения в вашу жизнь денег, богатства, также для открытия денежных каналов, я вам сегодня и рассказал. Если вам нравятся мои хорошие советы для вашего благополучия, для привлечения удачи в вашу жизнь, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки, ваши комментарии, слово спасибо в комментариях, а также если вы поделитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями. Пусть они тоже будут счастливыми, богатыми и успешными. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!